Итак, всем привет! Сегодня мы будем гнать самогон. Вот он аппарат, какой получился. Прикупил я термометр. Не знаю, видно, не видно будет. Но сейчас уже 77 градусов. Вот. Сухопарник. Охладитель. Охладитель пока выключен. Сейчас, как только пойдет легкая фракция, я прикручу газ и сразу его включу. Тихо. Ну вот, процесс пошел. В сухопарнике попадает всякая дрянь. Всякие легкие фракции, которые пить нельзя ни в коем случае. Он тоже попадают головы. Сколько тут грамм 50 уже накапало? 2,5 литра браги, думаю, достаточно. Что у нас в сухопарнике? Сейчас я его поменяю на вот такой. Здесь сода и изюм. Итак, вот что у нас происходит в сухопарнике. Вот такой вот какой-то страшный процесс. Вот, с охладителем тут все понятно. Вот это вот у нас с такой интенсивностью идет перегонка. Уже завершающий этап. Температура 92,7-92,8. Вот что у нас получилось. Ну, это, грубо говоря, с 5 литров браги. Маловато, конечно. Но как для первого раза пойдет. Что мы имеем? Ну, как бы вам показать, 55 градусов, одним словом. Вот так вот. Ну все. В следующем видео будем очищать, настаивать. Всем пока. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.